До Всесвітнього дня пошти в головному поштамті Дніпра відбулося урочисте погашення святкового листа. За традицією, перші люди міста й області спеціальною печаткою маркували святкові листи. Інтернет і сучасні пристрої сьогодні вже дозволяють миттєво передати інформацію адресату. Але про забуття традиційної пошти говорити зарано. Адже вітальна листівка, лист або телеграма – це завжди людські емоції. Город завжди буде существовать і завжди буде почта. Тобто город і почта завжди нерозривні. В першу чергу, звісно, от для мене все одно почта, вона где-то на емоціональному рівні, вона все одно отождествляється з письмом. То есть я, наверное, принадлежу и вы все к тому счастливому поколению, которые всегда будут помнить о том, что письмо – это всегда эмоция, письмо – это всегда ожидание, письмо – это всегда надежда, то есть это всегда какая-то весть, иногда, может быть, даже худая, и ты вот когда всегда испытываешь это волнительное чувство, когда ты открываешь конверт. Незважаючи на то, что сегодня світ гаджетов, світ інтернету, все ж таки ви доходите до людей, особливо ті, які, якщо в місті це трошки може краще, а на селі старенькі люди бачать тільки листоношу, для них він це людина, з якими вони постійно спілкуються і узнають будь-які новини. Нагороди до професійного свята отримали кращі працівники Дніпропетровського відділення Укрпошти. Для більшості це була несподіванка. Ой, мені так неожиданно було, звісно, і приємно. Я стараюсь работать для блага клиентов. Мы курьерская доставка, очень трепетно относимся к нашим клиентам, нас ценят. Пусть это немножко нескромно, но так это есть. Мы очень стараемся для всего города. Просто нравится работа моя. Ну, вообще, много приятного в моей работе есть. Например, ну, там люди радуются посылкам, часто приходят довольные. С радостью встречают почтальона. Наверное, мне нравится движение. Ну, почта, она всегда символизирует движение. Містяни вважають, що пошта в тому вигляді, в якому вона наразі існує, віджила свій вік. І щоб відповідати потребам часу, треба серйозно вдосконалюватись. Ну, зараз письма проще відправити по СМС, проще. Ну, а так, марки покупати. Ну, я часто пользуюсь. Да, вот. По роботі. Ну, може бути, усовершенствуватися повинна, звісно, але взагалі вона добре працює. Тільки електронні. Обычных писем уже давным-давно не пишу. Честно, последний раз это было несколько, наверное, лет 6 назад. Надо формат ее менять, потому что старая почта, ну, уже не актуальна, мне так кажется. Потому что в основном люди пользуются интернет-возможностями, которые гораздо быстрее. Вот, и можно вживую с человеком поговорить, как... Даже не знаю. Мне кажется, в таком виде почта умирает. Мы обычно получаем посылки. Да. Мы книги получаем, читать любим очень. Поэтому через почту очень удобно. Вот с письмами уже через ноутбук только пишу письма, так что, к сожалению, уже через почту не пишем. Хотя хорошая была бы идея, почта всегда нужна. Потому что иногда компьютер не всегда может быть под рукой. Вот, а все-таки письма, если нужно кому-то отослать, то можно через почту. Крилобережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.